Эдуард, поздравляем с победой. Прекрасный матч. Команда проявила характер. Ну и вы вновь здорово отыграли. Ваши впечатления после этой игры? Эмоции? Ну, впечатления хорошие. Правда, не хотелось один гол пропускать. Хотелось, конечно, на Марс играть. Старался. Впечатления положительные. Не совсем положительные, конечно, но я доволен игрой. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, какой момент в игре стал переломным? Наверное, я даже не знаю, мы просто вышли после первого периода и начали играть в скоростной хоккей, начали навязывать им свою игру и, в принципе, сыграли наравне этот период, ну а третий уже выиграли. В интервью сайта Международной Федерации вы сказали, что у вас цель сыграть 3 встречи на 0. К сожалению, эта цель не была достигнута, но заглядывая назад, довольны ли вы своей игрой на этом турнире? Ну, если честно сказать, нет. У меня одни и те же ошибки по пропущенным голам. Я глубоко сыграл ворота. Ну, а в целом, в принципе, самим результатом доволен. Ну и заглядывая вперед на вечерний матч, как вы считаете, у сборной Хорватии есть шанс отобрать очко и подарить сборной команде Украины? Ну, я думаю, что у них есть шансы, если они хорошо настроятся. Это даже не только нам помощь, а и в их ним. Если они выигрывают, они занимают 3-е место, для них это тоже, скажем так, солидно. Ну, будем надеяться и ждем матча.